Еще раз здравствуйте. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, омоложение. Тема в данном случае подразумевает выделение конкретных областей, когда необходимо омоложение человеку. Например, в случае, если мы имеем такое действие, как, предположим, целесообразное с точки зрения здоровья человека, или же когда человек лично принимает решение по омоложению в силу, например, субъективных причин. Поэтому тема разделена на две как бы части, так скажем. Это омоложение по клиническим показаниям, если это необходимо для того, чтобы восстановить здоровье человека. И вторая часть – это вот личное как бы желание. Значит, в первой части я рассматриваю процесс, когда необходимо рассмотреть процедуру омоложения как структуру регенерации, то есть восстановления ткани в определенный период времени человека. То есть человек рассматривается как, так скажем, глобальный уровень развития в целом мира, как система развития со всеми связями, и выделяется участок, который характеризует конкретно, что в данный момент человек имел наиболее как бы благоприятное состояние здоровья, так скажем, да, внешних и внутренних событий. Поэтому омоложение все-таки в данном случае – это комплексная величина. И если мы рассмотрим, как, например, делает Бог с точки зрения вот именно процедуры омоложения, то для него, в общем-то, здесь процесс управления, он такой, что мы имеем развитие, например, действия Бога как действие такое, что процесс молодости для него, в принципе, это процесс действия. То есть создать структуру молодости – это действие, создать структуру там, старости – это тоже действие и так далее. И поэтому здесь важно выделение как бы субъективных причин. То есть вот душа человека рассматривает какой-то период, как период, например, молодой. Поэтому в структуре омоложения по клиническим показаниям выделение как бы спектра молодости – это все-таки задача субъективного типа. То есть человек в какой-то период времени выделяет фазу своей личной молодости. Например, Бог себя воспринимает молодым, когда он захочет. То есть для Бога понять старость, в принципе, же не существует. Он может любой промежуток времени, например, воспринять как промежуток молодого состояния. Поэтому для Бога, например, дифференцировать, что для него молодость там, или, предположим, старость, это специальная технология совокупности неких признаков состояния. И поэтому получается, что для человека, чтобы омолодиться, надо также мыслить и рассматривать именно структуру, когда он имел наиболее оптимальное качество с точки зрения того проявления, ну, что называется, например, молодостью. Поэтому первая фаза – это выделение структуры управления для молодого состояния, именно по клиническим показаниям, то есть человек должен быть здоров, там, восстановить, предположим, здоровье. И второе – это использование выделенного как бы сегмента информации для того, чтобы привлечь в текущее время данный сегмент информации. Затем идет фаза преобразования, то есть реакция организма на данное состояние, и фаза адаптации. И вот наиболее такая, скажем, затянутая или наиболее, скажем, имеющая некую такую волну давления фазы, это именно фаза адаптации, потому что как первая, так и вторая система, когда человек выделяет фазу так, как делает Бог, это, в общем-то, несложно, достаточно вспомнить 2-3 полезных понятия, да, из структуры молодости. А, значит, фаза адаптации в организм – это естественное состояние, организм был молодым. В связи с этим получается, что как бы ничего такого неестественного в этом нет. А вот именно фаза адаптации к текущему времени, где есть смена социальных, физических, как бы, каких-то информативных событий. Вот это вот основная позиция в данном управлении. Поэтому если считать, что первые две фазы – это занимает там тысячную долю процента выделения и, в общем-то, привлечения в структуру текущего времени, то в основном в структуре омоложения необходимо заниматься именно по клиническим, когда речь идет о показаниях, ну, для оздоровления, да, опять же, я акцентирую внимание, иногда для нормализации каких-то событий с целью там, приобретения здоровья и так далее. Например, в технологиях вечной жизни необходимо уметь периодически омолаживаться по желанию человека, и в связи с этим, если, предположим, мы рассматриваем такую структуру, как, например, воскрешение, то получается, там вообще работа с тканью должна идти достаточно прямым образом. Достижение нужного возраста, управление и так далее. Поэтому, в принципе, технология фиксации определенного образа в более общем плане, например, с точки зрения технологии, например, там, вечного развития, речь идет о том, что мы выделяем сегмент времени, значит, и так делаем управление, что мы говорим, что в этом времени мы имеем такой возраст. Да?
и такие-то характеристики здоровья. И вот когда мы используем это для того, чтобы иметь именно характеристики здоровья, при условии, что первый уровень – это уровень все-таки основное, что выделяется в управлении, это необходимость в технологиях вечного развития выделения именно структуры неумирания человека. То есть человек ни при каких условиях не должен умирать. Поэтому получается, что с точки зрения наступления старости, это тоже, в общем-то, достаточно важный технологический уровень для технологии вечного развития. И здесь вот именно адаптация к структуре внешних событий делается так же, как делает Бог. То есть преодолевая там часто буквально мгновенно, иногда это можно, например, там, путем анализа какого-то делать, через структуру диагностики души, воспринимая какое-то лучшее, скажем, состояние, которое мы определяем как структуру молодости, не задаваясь особенно там внешними параметрами, внутренними, это, в общем-то, состояние достаточно понятное любому человеку с точки зрения информации. Если рассмотреть, как человек, например, мыслит, да, какая структура разума, например, в центре действия, то это как раз-таки структура оптимальности, ну, некой как бы молодости. Что есть молодость в информативном понятии? Свершение каких-то близких или периодически близких действий, достаточно как бы новых, да, начальных действий, которые потом, например, могут не заканчиваться. В принципе, это, в общем-то, технология вечного развития в субъективном восприятии. Поэтому в данном случае, когда мы рассматриваем именно адаптивную функцию, вот уже человек принял на себя управление, переслал как оптическую фазу к себе, и здесь начинается уже адаптация организма к текущим событиям. Вот здесь возникают как раз-таки основные задачи, да, в управлении. Первая задача – это выведение структуры молодого состояния, так скажем, да, которое контролируется уже как состояние, интегрированное с организмом, в структуру бесконечного развития. Если удается вывести сразу, человек омолаживает достаточно быстро, как бы одним импульсом вывели в структуру бесконечного развития и получили свет из бесконечности в свою сторону, тогда адаптация идет очень быстро. Если где-то в какой-то интеграции управления получилось, что получили дополнительный узел управления, то есть дополнительную связь, которая может быть следующей, что в момент омоложения человек начинает думать, как он будет восприниматься окружающими, или какие-то субъективные, то есть какой возраст, да, как это будет вообще выглядеть субъективно, то есть какие-то, в общем-то, часто это мысли, которые не принципиальны, как правило, вот в первом уровне управления они возникают, то здесь вот возникает основной как бы уровень блокировки адаптации именно структуры молодости к организму. Фактически, хотя при этом может наступать физиологическое как бы оздоровление, вот проявление структуры, так скажем, молодого состояния, ну там визуально или опосредованно тем, что возникают однотипные какие-то картины в управлении, здесь уже как бы эта структура начинает быть, ну как бы медленнее по времени. Вот чтобы ускорить управление, нужно обойти структуру как бы периодического или как бы системного, в общем-то, мышления, где возникают сходные вопросы. Например, как омолодиться на конкретное там, время, да? Тогда получается, что основной задачей управления является фактически омоложение на конкретное время. Тогда исчезает целый комплекс задач. Например, человек омолодился на 5, 10 или там, 15 лет, он примерно знает реакцию окружающих в отношении себя и понимает, что если это, например, ему нужно, да, именно на такой возраст как-то омолаживаться. Возможно, для того, чтобы по клиническим показаниям омолодиться, то есть просто оздоровиться, достаточно омоложения, например, там, на месяц или там, на секунду, чтобы в эту секунду сделать, например, рывковую фазу. То есть достаточно сделать ну, как бы интеграцию во времени там, минус 1 секунду, и получается за счет просто эластичности ткани, потому что это все-таки в общем-то, управление тканевыми системами. Организм приобретает нормированное состояние. Вот именно когда мы говорим об омоложении по клиническим показаниям человека, то есть он может быть не болен, вообще говоря, но он хочет быть просто здоровее. Вот это тоже, в общем-то, как одно из свойств, так скажем, клинических, ну, условно, что ли, показаний, потому что, в принципе, я сейчас говорю о том, что через эту структуру можно излечиваться от, например, там, каких-то проблем или, в принципе, излечивать тяжелые заболевания через структуру именно омоложения, вот что я называю по клиническим показаниям. И при этом свойство времени в данном случае очень простое. Если мы выводим как бы организм в состояние, когда он ну, как бы вспоминает естественный уровень
где не было заболевания, собственно говоря, с точки зрения причем будущих событий, перебрасываем структуру будущих событий, даже не работая часто с прошлым элементом времени, то мы получаем, в общем-то, просто нормальное состояние здоровья. Поэтому получается, что это при условии, что здоровье, вообще говоря, может быть и так нормальным, но эту процедуру можно применять как бы для профилактики каких-то там проблем, да, можно применять для того, чтобы избавиться от экологически вредных систем воздействия. Вот что есть молодость? Это есть некая нормированная первичная среда. И если есть там радиационное воздействие или там токсикологическое воздействие, можно просто вывести организм вне фазы этого воздействия за счет того, что адаптивные функции как бы состояния молодости, они более высоки, да, считается так. Хотя это достаточно, опять же, для Бога это условное состояние, для Бога просто есть функция адаптации и управления. А поэтому мы, просто говоря, ну, здесь берем и условно называем, что состояние повышенной адаптации мы называем молодостью. И берем, как бы делаем ткань менее там, информативно, что ли, загруженной с точки зрения предшествующих систем развития, да? Или с точки зрения приема информации. В конечном итоге мы должны сделать клетку, бесконечно воспринимающую любую систему информации, да, получается, движение по структуре времени там, или молодости, это есть уровень, в общем-то, личностный. Как человек хочет выглядеть, так он, например, да, и выглядит. И исходя из, опять же, вот этих клинических норм, так скажем, нормы физиологических показателей, мы можем вполне считать, что это, в общем-то, средство нормирования организма, ну, в том числе здорового, с точки зрения там, ну, нормирования, например, по экологическим показателям, нормирования реагентности организма на какую-то ситуацию. Предположим, есть ситуация у человека какая-то сложная, тогда проще войти в состояние как бы молодой интеграции на реальность и среагировать как более как бы молодым способом, можно так сказать, ну, в кавычках. Например, нужно увеличить эмоциональный фон управления. Вы берете, входите в состояние, просто информативно работаете. При этом вы можете быть спокойны, но вышли в состояние, например, молодого уровня и сработали по эмоциональному типу, то есть через эмоцию провели основное управление. Тогда получается, что вы, в принципе, сработали как человек молодой, который работает в это время и, например, так же. Да? Потому что есть, в общем-то, в коллективном сознании определенные признаки как бы эмоционального уровня молодости, определенный уровень действия с точки зрения того, как действует молодой человек, да, и так далее. И поэтому, в принципе, мы говорим так, что мы эту информацию, например, знаем, да, или там примерно знаем, кто был, например, в состоянии молодости, ну, обычным там таким же человеком, каким он является позже, то у него, может быть, нет разницы. Но мы считаем, что можем использовать условные величины, которые относятся к понятию молодости. Здесь в данном случае, то есть мы можем считать, что в молодости есть определенное состояние, там, которое характеризует именно понятие молодости по эмоциональному, психологическому плану, там, управленческому плану. В связи с этим мы имеем, в принципе, здесь достаточно большой выбор управления. Вот в чем еще характеристика как бы молодого состояния, да, что ведь с точки зрения более молодого состояния вы преодолели, например, какой-то уровень управления, да, там, например, преодолели какие-то системы, которые перед вами были. Значит, у вас есть опыт преодоления, значит, вы можете преодолевать. И если взять там обычную стержневую как бы конструкцию и ввести все как бы в модельное решение, вот есть проблема, сделать некое такое универсальное решающее, что ли, действие. Просто берете форму, налагаете на структуру управления, получается, вы всегда преодолеваете. То есть состояние молодости – это состояние обязательного преодоления проблемы, получается, вот логически просто. И, кстати, в управленческом плане так и получается. И, с точки зрения уже личностного плана управления, например, человек не имеет никаких клинических там, показаний, он здоров, у него нет экологических проблем, там, и он решил взять, как бы просто омолодиться, ну, по собственному желанию, да, это следующий уровень управления. Тогда возникает вопрос, для чего это ему надо. Ну, там, например, эстетический уровень или там личностный уровень для того, чтобы, если там может быть так, что человек считает, что с набором возраста, как бы, да, возрастных характеристик, он, напротив, там, имеет свой социальный статус и так далее. То есть это тоже, в общем-то, такой уровень, в общем-то, как бы
системного типа, да? Но здесь возникает один нюанс, что с точки зрения личностного выбора, вот в сторону развития, там, например, так скажем, процессов старения, да, или там старости, структура очень усложнена в управлении. То есть, например, если человек выбрал уровень омоложения, то или именно адаптивного уровня к реальности, то есть он должен быть, например, определенного возраста. Да? В данном случае речь все-таки идет о более широкой интеграции понятий, потому что перед человеком есть задачи души, задачи как бы личностного развития. Если он, например, там, ну, профессор, доктор наук, считает, что он должен быть в каком-то возрасте, по крайней мере, там, ну, может быть, там, чуть старше 16 лет, да? По крайней мере. Поэтому получается, что здесь есть какие-то уровни, ну, как бы субъективные, как бы некие фазы коллективного сознания, которые все-таки действуют на систему управления, как бы внешнее управление. Вот если в случае управления, именно омоложения по клиническим показаниям для оздоровления, здесь в принципе вообще ничего не должно действовать. Человек решил там оздоровиться, он омолодился. И никаких других критериев нет, потому что здоровье – это есть абсолютная норма любого управления. То в случае вот личностного выбора возникает очень много нюансов такого типа. Здесь можно либо привести к оздоровлению, тогда возникает вопрос, для здоровых людей это достаточно усложненная конструкция. То есть можно быть просто здоровым, зачем быть молодым, да, например. Какая разница, здоровый человек, он все равно совершает все то же самое. Ну, как бы он готов работать в любом статусе управления. И вот здесь возникает нюанс именно все-таки с точки зрения технологии вечного развития. Здесь вот корень самой ситуации в том, что когда мы рассматриваем, например, систему полного восстановления вообще любого созидательного объекта информации, например, там структуру воскрешения, структуру восстановления там некого цветка, там какой-то травинки, да, в бесконечном развитии, Бог может восстановить все, потому что он в реальном времени видит все одновременно. Вот здесь вот возникает именно контекст личного и быстрого выбора решения. То есть вот омоложение именно по личному выбору – это все-таки быстрый выбор этого как бы решения. Предположим, Богу восстановить какую-то травинку, которая где-то находится для него там очень далеко по времени, это значит очень быстро ее просто развивать в это время, да, и она будет расти сейчас здесь где-то. То есть получается, что то есть в этом времени, например. А это уровень очень быстрого решения. Вот чтобы омолодиться по личностному плану, нужно выбрать решение очень быстро. При этом при всем, в данном случае понятие омоложения имеет иногда субъективную систему управления. И, например, человек там сдает экзамен, но он раньше там изучал билет, да? Тогда получается, что он может использовать эту систему, чтобы просто в этом состоянии находиться, когда он выучил этот билет. Ну, это средство как бы тренировки памяти или средство, как бы не загружая память, все знать, да? То есть получается, что исходя из этого, это как технологический прием там, применения этого процесса. И получается, что исходя из этого, мы можем, в принципе, иметь и доступ к этой информации, если мы экстраполируем как бы свое сознание, сегмент сознания в структуру вообще написания книги и постараемся понять структуру эмоциональную там, с точки зрения возраста, потому что понимание возраста и пути исследования автора – это тоже система познания. Вот чтобы понять структуру управления, достаточно знать автора, да? А тогда получается, что вы должны знать его возрастные характеристики. Часто проще автора понять по возрасту. Достаточно рассмотреть структуру возраста, и вы понимаете, что он написал. И получается, что, исходя из этого, можно, в принципе, просто информацию убрать. Не обязательно там технологически читать текст и долго чего-то изучать. То есть это, в общем-то, и система доступа к информации, управления этим процессом. И когда вы начинаете ставить задачу, опять же, уже тогда перейдем к технологическим приемам, да, тогда метод омоложения в этом случае, вот здесь вот я даю методологический план в определенной степени, потому что здесь уже все-таки вот система личностного выбора, она, в общем-то, делает задачу более обобщенной, и тогда нужно нормировать с точки зрения методологического плана. Значит, вот, значит, метод омоложения, да, по личностному выбору, просто человек захотел и омолодился, например, заключается в следующем. Там, первый метод – это нужно воспринять себя, так скажем, в бесконечном
будущем как структуру проявления внешнего мира. То есть вы смотрите в бесконечность, а видите нарастающий уровень себя самого. Сначала это информативные признаки. Кстати, это очень сильный уровень развития ясновидения по контролю ситуации вокруг себя. И когда вы начинаете видеть свой как бы информативный план, вы начинаете понимать, как вы вообще работаете на уровне информации. Вот, предположим, если вы воспринимаете какой-то объект информации, то получается, что здесь вы сможете понять, как информация в отношении к вам как бы развивается, да? То есть вообще, как вы работаете информацией, как вы выглядите на информации. И когда вы начинаете эту информацию, ну, в общем-то, систему развивать, то только ваш личный, ну, как бы исконный образ, вот тот, который изначально создан Богом или задуман Богом, так скажем, да, вот в этом уровне вашего мышления, он показывает, как вы работаете с информацией. Когда вы начинаете прослеживать свои собственные связи, которые исходят от вас, то, естественно, вся система управляема. Значит, получается, что этот метод позволяет отслеживать все свои собственные связи, которые практически вы сами и строите. То есть отслеживать собственные как бы, каналы, да, или там, оптические системы управления. А значит, можно иметь доступ к любой своей собственной ткани в управлении, в информации. То есть, как бы, получается, не надо трогать свою тканевую систему напрямую, да, но в интеграции со всей системой связи всего мира вы можете четко исправлять систему, и какой вы зафиксируете возраст, там вы и будете. И вот здесь вот есть аксиоматический такой признак, аксиома следующий, что сколько бы вы ни делали управления дополнительного, да, кроме первого, там, первого, как бы, первой волны, все следующее управление будет все время идти лично к вам, и вам придется опять как бы делать управление фактически следующим статусом. То есть нельзя постоянно работать по одной системе, что ли, координатной. Ну, как бы говорят, там два раза там, в воду не входит и так далее. То есть имеется в виду, что в данном случае речь идет о первичном статусе, первичного уровня жизни. Что есть вообще процесс старения или, там, или например, молодости? Это процесс смены некой информации. Да? И, в принципе, задача омоложения получается умение в текущем времени создать систему практически однотипную, той, которой вы уже пользовались, в общем-то, при других структурах управления. Да? То есть, в общем-то, известная форма, и мы берем и хотим использовать эту форму там, вторично, фактически. Для Бога, значит, каждый элемент информации равнозначен, поэтому переход к этой форме для него – это первичное явление. Здесь надо понять тогда Бога. Вот, что Он хотел для вас в этом уровне, когда Он вам дал следующий уровень развития, например, в сторону старения, в сторону того, что существует в коллективном сознании фактически, да, что ну, считается, что существует старение, например. И тогда получается, что если мы вот, первичную форму смотрим и хотим понять, а зачем мы направляемся по общей фазе коллективного сознания, зачем вообще нам это нужно? Ну, можно находиться молодым, там, например, да, вечное время или там, в каком-то возрасте. Почему мы идем так же, как все, и, например, ну, чтобы не отличаться, да, например. Значит, или что нам нужно, вот, чтобы иметь, значит, когда мы имеем признаки старения, что мы вообще хотим в этом мире. То есть всегда же человек лично выбирает. И тогда получается, что с точки зрения Бога это все-таки коллективное действие. Вот когда через макроспасение, через спасение всех, например, надо стать молодыми, то действительно могут стать люди молодыми. По крайней мере, быстро могут стать то основное количество, которое считает, что для там, спасения там, или для вечной жизни, которая тоже с точки зрения, как технология макроспасения, да, рассматривается в данном случае, надо стать молодыми, и они становятся молодыми. То есть в данном случае это все-таки точка зрения, позиция некая. Есть, предположим, определенный возраст, в котором считается, что человек должен делать то или иное действие. И вот эти фазы коллективного сознания, как некие контуры, да, ну, как, скажем, если электрический ток идет по определенным контурам, по рамкам, скажем, и некие рамки, которые фактически фиксируют, ну, некую там нормированную систему восприятия,
если рассмотреть там в природе, ну, вещей, так скажем, да, в обычной природе, вот, например, улей и, предположим, там пчелы возле одного места собираются по каким-то законам своим, то получается, что мы можем разинтегрировать закон, да, тем более, как бы, что ли, следующий какой-то путь развития, более, может быть, интенсивный, но при этом тогда мы должны будем показать, то есть войти в их структуру и переопределить структуру всей реальности, да? Вот чтобы переопределить структуру, человек вот может действовать так, как действует Бог, он может для себя переопределить структуру. И тогда действовать индивидуально. Но чтобы это выразилось на других, он должен тогда других научить. И вот как только процесс обучения других становится уже более-менее системным у человека, то есть он больше передает знания либо неявных, либо явных, там, предположим, лекционных, или хотя бы мысленных, или им желает там области, он все больше входит в структуру управления этим процессом по желанию. И тогда возникает следующая аксиома. Для того, чтобы омолодить, например, там, максимальное количество населения, или, там, весь земной шар, там, например, там, на какое-то время, да, на секунду, необходимо сделать так, чтобы все получили за эту секунду, ну так вот примерно сводится по времени, знания, которые от начала их организации до этой секунды. То есть практически вектор как бы омоложения, то есть изменение структуры всей реальности. Вот для Бога же любое событие, оно равнозначно, что все предшествующее, что следующее. Да? Поэтому принципиально омолодиться там на 10 лет или там на секунду – это одна и та же задача управления. И хотя мы, предположим, вот эту вот секунду делаем, приравниваем ко всему предшествующему развитию, чтобы сменить какое-то событие в мире, предположим, да, то получается, что мы имеем такой уровень управления, что вся предшествующая работа, она как бы направлена на смену какого-то конкретного события. То есть мы должны уравнять, что мы хотим решить в следующую секунду, с тем, что мы имеем, например, как задачу собственного развития вообще. То есть одно локальное действие приравнивается к выбору всей цели, так скажем, да, развития человека до данного времени. И когда мы начинаем это уравнивать, ну, в принципе, для Бога это все равно, Бог действует один раз, но Он действует навечно, и для Него что разовое действие, что вечное действие, все одно, вообще говоря. То есть мы, проще говоря, входим в эту же систему управления. И получается, что когда мы сюда входим, то возникает процесс адаптации следующего типа, что достаточно большая масса времени, там, скажем, событийная масса, начинает волнообразно, там, практически это прямо ощущается, начинает как бы действовать, ну, как бы информационно, хотя, но это ощущается часто даже на физическом уровне, как некая волна, который находится возле тела, как, например, там, человек, который там, в какой-то очень соленой воде купается, вот некая волна такая, да, внешняя, и вот этот весь спектральный уровень показывает, что вся следующая реальность, она имеет часто некорректно как бы определенный уровень, то есть вы все ближе подходите к структуре построения мира и событий. И вот когда вы начинаете видеть, что построение мира и событий вот в данный момент, да, определено тем, что вы как бы на уровне, ну, любого, что ли, уровня управления, там, как-то любой внешней даже системы уверены, что вы имеете вечное развитие, то есть уверенность возникает из уровня как бы более ранних решений. То есть вы раньше решили омолодиться, раньше сделали действие, а дальше любая информация говорит о том, что это достижимо. Даже, кстати, ну, достаточно, может быть, информация какая-то там прессинговая, там, может быть, она требует какой-то реакции, то есть это не всегда некая такая благоприятная информация. Но на определенном уровне знания вы четко понимаете, что вы достигнете той системы, которая вам нужна. То есть хотя бы даже на околоклеточном пространстве, здесь очень важно в структуре моих лекционных систем, что околоклеточное пространство начинает работать как структура резервирования самой клетки в структуре управления. То есть не обязательно видеть эту информацию как структуру самой клетки, например, да, человек. Взять, например, там, клетку сердца.
клетка сердца совершенно объективная информация, которая имеет, например, эту информацию, потому что вы раньше об этом подумали, да, и вы эту информацию имеете в этой клетке, как история вашего развития. Но в данной системе околоклеточная информация имеет тот же статус. То есть вы фактически принимаете эту информацию и имеете тот же статус развития событийного плана. Значит, ваши события очень резервированы, да, получается? Ну, в плане там мощности, что ли, как бы любое действие попадает сначала в околоинформативный уровень, то есть не на ваш клеточный уровень, а как бы на информацию о вас. То есть вы сознательно переводите любое действие на информативный уровень управления. Значит, чтобы вас достичь, как бы, да, например, в каком-то отрицательном ракурсе, значит, сначала надо преодолеть фактически сопоставимую структуру. И получается, если мы резервируем этот уровень управления несколько раз, например, да, ну, мы можем делать это сколько хотим, если в зависимости от времени, тогда получается, что вот доход сигнала, что ли, отрицательного типа до вас значительно усложняется. Тогда получается, мы попадаем примерно в такую структуру развития, как делает Бог. Он все создал, но ничего не может быть для него отрицательным, как бы, ну, радикально, с точки зрения там, влияния на него. Да? Он может только сам там, переживать, принимать решения и как-то реагировать по-своему. Но вот достать его, Бога нельзя достать. И получается, что с точки зрения этого процесса он находится в уровне, что любая система действия на него или там, обращения – это уровень вот именно такого информативного действия. Но обращение – это и есть, вообще говоря, молодость, то есть уровень молодости. Если мы хотим осознать уровень молодости для себя, тогда мы должны обратиться к Богу в том месте, где он сам молод, да? А Бог, он везде молод. Там нет понятия возраста как такового. Если вот задуматься, например, там возраст Бога, поставить такой вопрос, вот в данный момент, да, какой он, тогда, получается, мы можем увидеть возраст, если мы считаем, мы говорим, да, возраст такой, какой сам считает Бог в данный момент. Он взял себе там такой возраст, поставил, так, и мы, в общем-то, его видим, да, можем увидеть визуально. Только, в принципе, визуально. Какой еще есть критерий возраста? Вот почему Богу нужно быть в физическом теле человека, чтобы, по крайней мере, был виден возраст и видно, что можно передать знания по возрастной даже категории. Например, ну, там, если Бог выступает в качестве ребенка, да, он там растет, то, соответственно, уровень передачи знаний идет детям, да, например, дальше, больше и так далее. С определенного возраста, например, там, 16 лет, Бог может передавать знания более широко, как только он получил паспорт и так далее. То есть критерии передачи знаний такие же, в принципе, как вот передает знания человек, да, другому человеку или там всем людям сразу. И поэтому в этой системе именно макроспасения, скажем, спасения всех от уровня там, познания или там, действия омоложения, мы можем увидеть, что вот именно интегрированное сознание Бога и человека в структуре как бы отсутствия времени или в структуре, так скажем, ну, вечной молодости, так можно назвать, да, это состояние. Это есть уровень многократного резервирования, значит, по фактически управлению внешней информацией. Вот в конечном итоге это вот, или там, скажем, в управляющем уровне это выглядит так. Вся внешняя информация управляется до определенного уровня, ну, как бы достигает каких-то критериев и начинает управляться, например, там, дальше, чем физическое тело. И уже к физическому телу подходит информация более или совершенно благоприятного толка, или, по крайней мере, более благоприятного толка. Когда процесс уже, например, доводится до уровня совершенствования модели, значит, первичного опознания информации неблагоприятного толка, выравнивания там, линий векторных управлений и получения благоприятной информации, хотя для человека, там, для души человека может быть так, что какие-то ситуации организовываются, в общем-то, им, хотя, может быть, для внешних систем кажется, что это неблагоприятно, кроме там, совершенно отрицательных случаев, которые ясно, что они в любом случае отрицательны. Любые другие системы могут быть условными, не обязательно они отрицательны для данной личности. Возможно, это есть путь какого-то развития там, и так далее. И поэтому вот, дифференцирование в многосложной системе совершенно линейных систем это происходит по законам, прежде всего, там, норма здоровья, да,
там, развитие в сторону технологии вечного развития, какие-то совершенно конкретные нормы, которые, понятно, должны выдерживаться, если уже по ним идет как бы контруправление, то вот здесь уже ясно, что это значит, нужно исправлять. А во всех других случаях возникает вопрос действия. Вот когда мы понимаем корень действия, например, там Бог создал весь мир, но вот что для него является корневым уровнем или, как бы, скажем, внутренним, максимально, что ли, развитым, так можно сказать, там, сакраментальным каким-то моментом, да, в этой ситуации, что он воспринимает как сущность ситуации во всем мире. При этом, при всем, у него что без, в плюс бесконечность, что там в минус, это все для него одно. Тогда как Бог для себя выделяет вот именно сущность данного процесса? Что для него является сущностью данного процесса? Получается, для Бога сущностью данного процесса, получается, что он заложил, например, там, с точки зрения вечного развития, например, вечное развитие человечества или человека конкретного. И вот когда он видит, что он развивается нормально в этом плане, он реализует свою сущность, Бог, в этот момент. Тогда что для человека в этом случае? То же самое, да, скажем. Но, в принципе, в общем-то, аналогично. Если человек видит, что он дал знания другому, там, или смог показать развитие в бесконечность, хотя бы там дал знания о вечном развитии, уже он как-то реализовал себя в том числе. Ну, во-первых, простой как бы технологический принцип, дав знания другому, он получил фактически опыт развития и получил его себе обратно. Причем это происходит практически мгновенно для человека. Стоит только знания дать, и хотя другой человек фактически начинает развивать сторону бесконечности, тот, кто передал знание, получает сразу же весь опыт развития этого человека в бесконечности. То есть это несопоставимая по объему, да, система управления. Например, можно дать один метод развития, а получить, что тот, кто познал этот метод, что получит в бесконечном своем развитии. Но вообще говоря, аналогично действует Бог для того, чтобы развить там систему мира в бесконечность, для этого ему нужно как бы в граничной точке каждого явления, там, например, мы считаем, что весь мир – это сфера, да? Чтобы сделать так, чтобы он бесконечно развивался, каждая точка сферы должна давать бесконечное развитие всему внешнему миру. Ну, геометрическая модель. То есть, поэтому получается, что когда вы даете знания о вечном развитии, вы фактически получаете бесконечный уровень знания всего внешнего мира. И у Бога так же и получается, он должен знать весь внешний мир с точки зрения логики, да, человеческой логики развития. Есть, конечно, логика развития от Бога, когда Бог просто видит все сразу, и у него нет таких задач. То есть у него просто, он все делает и все видит сразу, это другая система познания. А с точки зрения логики он должен видеть логическую связь с точки зрения как бы, ну, как бы, такой логики, которая считается логикой целесообразности процесса или логикой, например, возможности в развитии процесса. И вот когда мы объединяем логику Бога, например, как для него все сразу, и логику именно, ну, некую такую близкую к логике развития физической среды, которую наблюдают люди, то получается, что вот здесь в центре возникает очень простая, в принципе, как бы картина такая, методологическая, как метод простой омоложения. Значит, просто-навсего человек находится напротив там, физического тела Бога, и вот это вот свечение, которое проходит от Бога, оно омолаживает человека. У Бога и у человека одинаковый статус восприятия ну, как бы двух, да, объектов, двух систем. И вот когда вы видите вот этот серебристый свет, то есть возникает весь внешний и внутренний мир, и вот формирование внутреннего мира ставит перед вами, ну, как бы именно больше как бы следующую задачу. Потому что ваши следующие задачи, они таковы, что то, что перед вами поставлено как следующая задача, она рассматривается как задача в общении с Богом. То есть точная задача, где вы общаетесь. Ведь диалог – это общение, это вам ничего не навязывают. В диалоге, в общении или, там, например, в контакте с Богом вы реализуете свою собственную задачу, и она возникает там, внутри сердца или внутри физического тела, и начинает развиваться. Вот для чего нужно физическое тело человеку? Чтобы показать, что он свободен, да? Он лично из своего физического тела произвел свою собственную задачу и сам же ее решает, получается. То есть ничего, кроме личной задачи, у человека, в принципе, получается, не существует с этой точки зрения в момент контакта с Богом.
И когда вы начинаете переводить такой принцип контакта на другого человека, то вы очень четко понимаете, что любые ваши знания, которыми вы владеете, вы мгновенно, по сути, передаете другим людям. Просто надо это познать и понимать, как это делаете вы технологически. И вот когда вы уже учитесь и уже как бы умеете передавать, по крайней мере, там основное количество именно так, в таком реальном времени, да, как Бог передает вам, то, в принципе, вот здесь уже вы фиксируете структуру своего развития с точки зрения времени, скажем, возраста, да? Вот здесь вы можете уже варьировать. Вот когда передача идет непрерывно, так же, как вы смотрите на мир, когда вы можете передавать другим людям эти знания, например, там, вечного развития, созидательные знания, то вот здесь вы уже можете спокойненько двигать возрастом, ну, куда захотите. В принципе, там уже не проблема. Вот тогда вы делаете управление, тогда ваши действия оправданы. То есть вы можете сказать, что вы делаете управление для того, чтобы там, ну, другой человек больше понял. Например, у вас в зале находится человек, которому нужно, чтобы вы были там моложе выглядели. Тогда, пожалуйста, омолаживайте и передавайте знания, чтобы он лучше понял. Значит, и получается, что как бы целесообразность попадает в структуру действия. Ну, может быть, должен быть какой-то интегрированный возраст, там, который понятен всем, да? Вот, с точки зрения Бога, какой бы Бог ни был по возрасту, все равно должно быть так логически всем понятно. Но, например, с точки зрения ребенка, если Бог выглядит не так, как ему хочется, то есть для ребенка лучше, чтобы Бог выглядел, ну, по крайней мере, как такой средний уровня вида человек, там, то есть не какой-нибудь там с бородой, который, например, там может отпугнуть ребенка, а по крайней мере он не должен отпугнуть ребенка, да, Бог тогда в этом случае. И получается, есть какой-то все-таки средний образ, который является образом действия. И вот в этом образе, ну как через некую систему там лабиринтов, некого уровня преодоления, вы можете смотреть, что в кольцах, или там в пути коллективного сознания, где есть некий интегрированный образ, да, для чего-то он служит, то есть в чем смысл возраста или каких-то средних качеств человека в определенном возрасте? Ну, служить какой-то задачей или выполнять какую-то задачу там. Учитель в школе должен быть какого-то возраста, например, да, считается, для детей. Если учитель такого же возраста, как школьники, но это, в общем-то, усложняет передачу знаний, как минимум. Хотя, в общем-то, это допустимо. Но, как бы, если мы смотрим, что учитель более раннего возраста, тогда возникает вопрос, как он закончил там несколько классов, почему он там преподает, например, детям там более старшего возраста. Ну, то есть, если мы вот в логику этих задач, как бы начинаем погружаться, что ли, начинаем выяснять, что есть возраст там для сознания, то наиболее как бы здравый смысл, что ли, реагент, нам же, у нас для размышлений тоже, в общем-то, нужно какое-то время, мы можем размышлять только то время, которое обеспечивает там глобальную безопасность, да, развитие. Ну, как бы любой здравый смысл, он направлен на то, чтобы как бы реализовать структуру, например, там макроспасения для начала. Если там рассуждать очень долго, развивать какие-то линии развития совершенно искусственные, то можно, в общем-то, уйти от системы управления достаточно далеко. Вот с этой точки зрения существует следующий уровень управления, именно в омоложении, что так же, как делает Бог, делать конкретные действия, при этом никому не запрещено там что, как угодно размышлять, но как бы вот для чего, например, служит вот этот как некий аксиоматический, что ли, признак коллективного сознания, когда мы получаем фактически определенные некие нормы, заложенные там в социуме, в социальном плане управления или там в политическом плане управления. И когда мы видим, что эти системы интегрированы для выполнения каких-то задач, вот нам можно тогда технологически обходить эти системы. Например, если заложено, что учитель должен быть такого-то возраста в школе, в средней школе, тогда надо посмотреть, что в этом случае дает для всеобщего развития или там, для вечной жизни его образ. Если вы эти линии прослеживаете, тогда, пожалуйста, становитесь моложе, если вы учитель, например, в средней школе, и начинаете работать просто технологически, то есть компенсируя линии социального статуса просто управлением. Если речь идет о любом другом человеке, там он руководитель или он, там, например,
имеет любую как бы функциональную что ли систему управления в обществе, тогда просто надо то, что требуется от конкретного человека в этом возрасте, просто как бы компенсировать или как бы заменять фактически управлением. То есть работать, так скажем, интеллектуально, рассматривать, что делает коллективное сознание, например, да, в этот момент для данного человека. Там же существует еще и задача Бога, его личная задача, что он в таком-то возрасте чего-то там достигает. Но здесь же надо еще отслеживать линии, что многие люди про него думали, что вот он в таком-то возрасте будет что-то делать, ну, например, свойственное взрослому человеку. Тогда, получается, надо еще отследить мысли, которые как бы его подготавливали, да, к этому состоянию. То есть мысли там родственников, друзей, знакомых, вообще говоря, просто мысли посторонних людей, которые видят человека на тротуаре, просто случайных людей. И когда вы начинаете анализировать, получается, как бы просто случайных не бывает. Любая точка зрения, это точка зрения объективная, такая же, как любого другого человека. Если родственник долгое время вас представлял взрослым, там, например, и вот, наконец, вы стали человеком взрослым, а потом вы как бы с его точки зрения как бы пролонгируете путь своего развития, набирая возраст, а человек, который просто случайно вас увидел где-то в таком-то возрасте, да, то длительный путь наращивания как бы мыслеформ родственников и единственный взгляд для Бога – это одно и то же. И вам нужно тогда рассмотреть, вы можете скомпенсировать все системы развития, но если вы не рассмотрите одного взгляда в отношении себя, вам придется долго крутиться возле одной и той же системы. То есть, поэтому нужно уметь развивать вот, духовное видение в структуру любого сигнала, который касается вашего возраста. Поэтому возникает следующий аксиоматический-методологический принцип, так скажем, где аксиома является то, что это вот именно как природа информации, так скажем, а методология – это есть действие, да, в данной природе, что при управлении по омоложению именно по личному желанию необходимо рассматривать, насколько ваше желание соответствует внешней точке зрения, даже если она была совершенно разовая и совершенно случайная. И когда вы, например, начинаете отсматривать эти элементы управления, вот вышли где-то по улице, на вас посмотрел какой-то человек. Он зафиксировал реальность в какой-то конкретной точке, да? Тогда получается, чтобы сделать эту реальность подвижной, нужно, чтобы этот человек согласился фактически, что вы, например, там, в данный момент еще моложе. Ведь для него это необычно, да, в тот момент. И получается, как его убедить заочно. Вот почему, я считаю, надо развивать именно систему, в том числе передачи образовательных технологий прямым, как бы, заочным способом. Потому что здесь получается, что вы можете передать структуру знаний этому человеку о том, что это возможно, что это, в общем-то, речь идет о просто регулировании систем связи в мире, и все, и вы получаетесь как бы более молодым в его восприятии в этот момент времени. Тогда вот здесь существуют конкретные принципы передачи этой информации. Как только вы находите, не обязательно там находить конкретного человека, просто находите сигналы, которые, существуют, да, у вас в информации развития, и передаете по этим сигналам в унифицированный, как бы, в единый образ человека на уровень там правой руки, можете там мысленно поставить сферу вечного развития, и пусть эта сфера в физическом теле человека, так, как такового, начинает просто как бы расходиться и фактически омолаживать его, получается. Вот в чем особенность данной ситуации. То есть, если вы нашли методологию омоложения другого своим действием, вы фактически омолаживаете себя. Тогда вам не надо там пояснять, он на личном опыте убеждает, что он стал просто моложе становится. И когда вы вокруг себя, там, скажем, омолодили все системы связи, да, скажем, с точки зрения там, людей, например, или сделали так, что растения стали там больше по времени зелеными, там, животные моложе и так далее, то здесь вы приходите к тому же, как и действует Бог, то есть вы фактически вокруг себя создаете некую систему нормированного времени, в момент которого все процессы сбалансированы и нет, например, там, структуры старости. То есть есть нормированное время, которое характеризуется именно понятием молодости,
тогда это время можно увеличивать, можно как бы развивать, можно придавать ему какие-то характеристики или там давать какой-то конкретный уровень молодости, там, конкретный там, возраст, например, да, и выходя к этому времени, создавать вот это вот доступное для интенсивного именно уровня поля управления. Как только вы в это поле управления вошли, все, вы вошли в структуру омоложения и там находитесь. Чем больше времени вы в этой системе находитесь, тем вы больше омолаживаетесь. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.